phone, please? Yes. And could you give us always your name and news organisation? This morning, I yet again delivered my lectures about delivering on commitments. I was variously described yesterday as a schoolmaster or a school principal or as the school bully. But it was also acknowledged by one minister that constant repetition of what everybody knows to be true actually succeeds. And this morning, a number of ministers made offers to consider providing for the gaps in the existing statement of requirements. So I leave Colorado Springs much more optimistic than I was before about the first question. Afghanistan is still a dangerous place. But he himself this morning personally said that these reports are not accurate. They don't regard NATO as being an offensive organization. They regard NATO as being a partner to Russia at the present time. You can check my version against his version, and then you can write a... Фактически, вы правы. Россия рассматривает ядерное оружие по-прежнему как средство политического сдерживания и не ведет ни в каких вариантах и ни в каких сценариях речи и мысли о возможности использования такого оружия первым. А вот что касается военной силы, мы тоже не приветствуем превентивное использование военной силы, классической военной силы, я имею в виду не ядерной, конвенциональной военной силы, обычной военной силы. Мы тоже это не приветствуем, но, во-первых, по факту в мире такое явление существует, и отказываться от него добровольно мы не собираемся и не откажемся. А с другой стороны, мы четко заявили, в каких случаях мы можем на это пойти, если все другие средства, политические, дипломатические, экономические, исчерпаны, и у нас не остается другого выхода, и жизнь наших соотечественников и граждан находится под угрозой, их гражданские права, их человеческие права находятся под угрозой, то теоретически мы этого не исключаем. И открыто об этом вам говорю. Preemptiveness strikes that could include the use of a nuclear weapon. I want to make sure I understood. Коллеги, не обнаружены. Да, у нас есть отдельный...